Дженни. Джефф, это ты? Почему ты не едешь? Я утром приеду. Я отвезу тебя в новый дом. Зачем? Тебе же всегда хотелось жить на берегу моря. Да. Я люблю морской бриз и синее небо над морем, и шум волн. Хорошо. Тогда собирайся и жди меня. Уже жду. Ты же мог уехать из Гонконга, но не уехал. Почему? Минутку. Вы что, наш новый уборщик? Вы плохо выполняете свою работу. Смотрите, это же пожарная лестница, видите? А вы ее закидали мусором. Куда это годится? И вам еще за это платят. Я этого терпеть не буду. Еще раз такое увижу, подам на вас жалобу. Вы меня поняли? Запомните, не надо оставлять здесь мусор. Уносите его. Давайте. Джефф, ты вернулся? Да, Дженни. Ты приехал с другом? Другом? Да. Вместе играли в футбол. Мы с ним выросли в одном районе. Да, он... Меня звали Дамбо, а его Микки Маус. Тебя так называли в детстве? Да. Я рад, что мы наконец встретились. Я не очень. Почему это ты не рад? Он такой надоедливый. Вечно за мной таскается. Но скоро уже перестану. Ладно, я сделаю вам чай. Не надо. Не надо. Ничего, я справлюсь. Только осторожней. Да. Я все знаю, я уже научилась. Позаботься о гости, а я принесу чай. Проходи, Дамбо. Иду, Микки. Послушайте, вы все время следите за мусорщиками. Нет, мне дали $1000 за то, что я с вами болтаю. Стойте! Погодите, не убегайте, я еще не закончила. Постойте! На этот раз тебе не выиграть. Да, но это мы еще посмотрим. Ты же всегда продувал. Не всегда. Может быть, но я хорошо подготовился. Посмотрим, как ты подготовился. Ты во всем такой упертый? Да. Это мой стиль. И мой. Хоть что-то у нас общее. То есть, мы оба не так просты. Да? Да. Ну, пока вы тут болтаете, вот вам чай. Дамбо? Да, Микки. Держи чашку. Дженни, возьми Дамбо за руку. Вот чай. Спасибо. Держишь? Это тоже твой друг? Нет, это... мусорщик. Нет, он уже заходил. Точно? Значит, это водопроводчик. Там трубы засорились. Знаешь, у тебя очень знакомый голос. Мы нигде не встречались. Виделись в баре. Ты еще не захотела петь для меня. Да, помню. Тебя зовут Ли, какое совпадение? Дамбо, позаботься о Дженни. Мне нужно в уборную. Мне тоже. Погоди, там есть второй туалет. Дженни, там крыса на кухне, пойду поймаю. Thank you.
стреляй! Не надо, это я! Не стреляй! В меня снизу уже целятся! Дженни. Что здесь произошло? Где Джефф? Я знаю, что вы оба мне врали. Кто ты? Скажи мне правду. Я из полиции. А Джефф — наемный убийца. Я его разыскивал. Искал много месяцев. Я тебе не верю. Дженни, послушай меня. Не верю. Дженни.